Автолюбители в социальных сетях и в разговорах опять ругают дороги. Иногда это происходит по привычке, иногда проблема действительно есть. Однако дорожные работы уже ведутся, пока литым и холодным асфальтом. Эту зиму ульяновские дороги перенесли немножко хуже, чем обычно. Причина – обилие соли, которыми посыпали дороги всю зиму. Однако с этим можно и нужно бороться. И городские дорожники уже этим занимаются. Дорожное покрытие обследовано, ремонт проходит круглосуточно. Пока ямочный, но городские дорожники заверяют, как только столбик термометра стабильно поднимется до 10 градусов, заработают асфальтные заводы, и работы вступят в новую фазу. Кроме того, администрация города судится с подрядчиком, ремонтировавшим покрытие Императорского моста. С 15 апреля, с 10 апреля даже, мы приступим уже к повторному обследованию. Думаю, что за неделю основание уже полностью, в принципе, просохнет. Начнем обследовать участки и формировать планы ремонта горячим асфальтобетоном и струйно-инъекционным методом. В настоящее время завершается подготовка оборудования. У нас будет создано 9 бригад под горячий асфальт и 8 бригад под струйно-инъекционные машины. Ведется закупка недостающей техники. Разрушения, по словам специалистов, в основном произошли на неремонтированных участках. Там, где был ремонт, недочеты уже устраняются подрядчиками по гарантии. Затраты по ремонту Императорского моста подрядчик возместит по суду. В целом ситуация на дорогах областного центра не выглядит катастрофичной. Кроме того, средства и техника для ремонта есть. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.